spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен рюкзак от отечественного производителя компании Тайф. Это серия Explorer, в которую входят модели объемом 25, 35 и 45 литров. Есть несколько цветовых вариантов. Сам производитель рекомендует их для любителей активного отдыха, туристов, рыбаков, путешественников. Да и в качестве городского его тоже можно использовать. Давайте поближе рассмотрим младшую модель. Размер модификации в кадре составляет: высота 45 см, максимальная ширина около 30 и толщина порядка 19 см. Вес всего чуть более полкилограмма. Основой для пошива рюкзака является материал Oxford 600. Такая ткань отличается повышенной плотностью, прочностью и износостойкостью. Кроме того, она не маркая и легко очищается от незначительных загрязнений. За счет полиуретановой пропитки достигаются водозащитные свойства. Так что если вы и попадете под незначительные осадки, содержимое должно оставаться сухим. Спинка бескаркасная, что дает возможность компактно складывать аксессуар на время хранения. Однако здесь предусмотрены два вертикальных мягких валика, которые делают носку более комфортной, создавая дополнительную вентиляцию. Для переноски на короткие расстояния или удержания рюкзака в общественном транспорте предусмотрена небольшая ручка из стропы. Есть и пара анатомических лямок. Они жестко закрепленные, регулируемые по длине. С целью обеспечения максимального удобства во время длительной носки, они также, как и спинка, имеют вставки из Air Mesh с внутренней стороны. Есть и грудная стяжка на пластиковом замке. Ниже расположена разгрузочная система, имеющая крупный замок Fastex. При помощи этой системы вы можете максимально разгрузить поясницу и оптимально распределить вес рюкзака по всей спине. Обратите внимание, на широком ремне с каждой стороны пришит светоотражающий элемент, который сделает вас более заметными в условиях плохой освещенности или при свете фар. По бокам симметрично находятся двойные карманы под простыми молниями. В первых можно хранить всевозможную мелочевку, компактные инструменты и аксессуары, а также кошелек или мобильный телефон. Вторые более объемные, и в них уже поместится небольшой термос с чаем или бутылка с лимонадом, зонтик или бутерброды для перекуса. Спереди мы видим прошитую стропу, которую можно использовать в качестве дополнительной точки крепления различных вещей и приспособлений, а также систему Molly. Ниже располагается большой карман для хранения габаритных вещей, в том числе и запасной обуви. Заглянем в основное отделение. Напомним, общий объем представленной модели 25 литров. Здесь способны разместиться рыболовные принадлежности или личные вещи, продукты для пикника на природе или снаряжение путешественника. Также многим может оказаться полезным отдельный большой карман с горловиной на резинке. Он способен вместить документы формата А4 или планшет с диагональю 14 дюймов. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.